А я приветствую вас на канале Asmodee. Мы продолжаем играть в Bioshock. И сейчас Пентхаус Олимпа. Адам, это холст генетической модификации. Но плазмиды это не важно. Подождите. Тихо! Спокойно. Жидкий азот. Тебе кобзда! На. Начать. Вах, я вам скажу. Под коньячком играть само то. Да-да-да. Да-да-да. Не знаю, куда нас это, конечно, приведет. Ведь пить это очень плохо. Вот так вот. Стой! Ай! Ну давай. Давайте еще раз. Блин, это ж я как лоханулся, это здорово. Блин. Ух ты. Смотрите. Смотрите, что я нашел. Давайте. Конечно, ты теперь моя штучка. Ой. Подождите, вот так. Ого, нет. Ладно. Ладно. Ну, кто-то где-то рычит. Ох, опасный зверь. Так. Так, мне надо. Вот так. Нет. Вот так. Вот так. Подожди, да под... Стой, это что за хрень? Вот так. И вот так. Вот так. Твою ж мать, что за... Смысл навыка взлома, если у меня ни хрена от него нету. Никаких бонусов и... Ой, что-то взял. Никаких навыков, бонусов и плюшек от них не следует. Да тихо ты. Ой-ой. Прошу прощения, ну блин, так получилось, что... Пипец как получилось. Ого. Ого-го-го-го-го. Я на одних таких только могу зарабатывать нахрен. Показано, да? Так, ладно, подождите, мне надо обязательно взламывать вот эти хрени, потому что я не хочу, чтобы кто-то... Ага. Подождите, я что, я вышел обратно, что ли? Не понял. Подождите минутку. Что это за опять... Все. С него мы взяли все, что могли. Куда? Стой. Ой-ой-ой. Подожди. Стой. Так, ладно. Мне вниз, правильно? Ввести код. А код какой? Успехи с нашими ящиками скиннера с электрошоком.
только зря тратили время на самом деле. До того, как появился Адам, приручить ребенка было не проще, чем гремучую змею. Фонтейн дает Сушонгу легенду, чтобы тот внушил ее ребенку. Ребенок не личность. Он как музыкальная шкатулка, сыграет ту мелодию, которую хочет услышать Фонтейн. Блин, а какой код-то? Так, минутку, подождите. Я код по-любому и был код. Минутку. Хрен там, ага. Так. Добро пожаловать в восторг. Ни хрена не то. Не то, прошу прощения. Надо прослушать. Так. Так. Так, еще разок. 0-1. Блин, не туда. 26. Готово. Хрен там. Так. Ай-яй-яй. Так. Вот так. Едем в соседнее село. Говорят, что спасти одну жизнь — это все равно, что спасти целый мир. Конечно. Я создала здесь место для малышей, но это ты их спаситель. Ты остановишься на этом или, наконец, спасешь их из этого ужасного города? Я их постараюсь спасти. Так что не беспокойся по поводу этого. Дети не должны страдать. Так. Чё мы имеем? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Стоять. Да подожди. Стоять, вот так. И вот так. Скорость. Все. Эту штуку мы сохраняем. Все, теперь это наше, наше. Что это? Кто тебя послал? Ай-яй-яй. Так. А даже не знаю, стоит ли мне тут. Блин, почему? Нахрена ты сделал это? Тварь. Стой. Жидкий азот. Спокойно. Так. Где тут вверх-то поднимается? Вот она. И вот она. Давай. Теперь ты моя. Хо-хо-хо. Верные патроны. Молодец. Так, невидимкой становимся.
понятненько. Так. Вот сейчас непонятненько, конечно. Мне надо как-то тебя взломать. Эй! Да подождите вы. Вот так вот. Начать взлом. Уже что-то. Так. Что-то. А, что-то есть. Ну, бегемота. Да подождите вы. Вот так вот. Еще маленько вот так вот. Потом одну вот так вот. И сам это. Все. Медвежонок. Так, смотрим. Небольшая комната, давайте осмотрим. О. Вот так вот. С вами все понятно. Так. Комнату мы обследовали, все понятно. Надо дальше исследовать. Так, от межбежонка налево. Ну есть же еще направо. И он почему-то не указывал. Так. Начать. Я сейчас тебя попробую взломать. Так. Вот так. Что у нас еще есть? Ой, блин. Что я вам скажу, под коньяком играть это пипец. Да, вот так вот. Так, мы чего-то нахватались, что-то нахапались, что-то там насобирали. Так, перезарядим жидкий азот. Вот так, стоять, подожди. Взлом. Начать. Да подожди ты. Стой. Подожди. Да подожди. Пипец! Где мое это супер хрен знает что? Почему оно не действует? У меня там это чтобы сразу там это все так легко и просто делалось. В чем смысл тогда вот этого всего вот?
Подожди. Это я не знаю куда. Ладно, подождем. Так. Ген. Ой, гены-то у меня все нормально. А подожди. Ну-ка, давайте техника посмотрим. Так, инвентарная позиция требует одну компонент меньше. Так, станции универсальных конвекторов, чудо современной инженерии, благодаря. Так, херь. Тревоги меньше. Так, показатель перезагрузки при взломе меньше. Это у меня что? Взлом. Так, уменьшать сигнал при взломе. Вот. Да, блин, вообще не то! Ай! Так. На две отметки тревоги меньше при взломе. Так, вот, вот. Блять, я что-то не то сделал. Вот, на корабль меняем. Вот так. Какая-то хрень вышла. Вау. Так, сохраняем. Я попробую перепрыгнуть, чтобы мало ли вдруг кто-нибудь, что-нибудь, как-нибудь. Оп! Давай. Ой, употребляй все. Боевой тоник, электроплоть. Мы говорим, что электроплоть превзойдет разработка. Так, мы ошиблись. Все, так, у меня где? У меня такой нету. Оставить. Да, смесь закрепилась. Результат ментального воздействия рассеялся, но, несомненно, будут побочные эффекты. Так, оказалось, побочные действия вашей плазмиды стали нестабильны, сейчас вы лишены возможности выбирать, который из них вы заряжаете. Образец 192 преобразовал всю твою плазмидную структуру. Мне надо было сразу сообразить, что тебе нужно больше. Ну-ка, назад. Назад. Вот так. Мне надо, мне необходимо все равно это взять. Да, смесь закрепилась. Результат ментального воздействия рассеялся. Но, открывай. Несомненно, будут побочные эффекты. Спокойно. Образец 192 преобразовал всю твою плазмидную структуру. Мне надо было сразу сообразить, что тебе нужна большая доза. Тебе придется найти добавку, чтобы полностью снять воздействие. Это... Хорошо. А теперь отправляйся в дом Сушонга в квартале Артемиды. Наверняка там найдется еще немного образца 192. Это, конечно, все прекрасно. Так, это что у меня хоть? Ага. Лед. Кто по мне? Кто стреляет? Или не по мне стреляет? Уифь! Так, это не по мне стреляет, это я точно понял. Это кто-то там обнаружил. А-а-а, все понял. Когда их всех завалят там. Ну, с одной стороны, неплохо, да? Я считаю, неплохо.
Давайте. Захреначим их, по крайней мере, попробуем. Так. Давай. Начать. Вот так. Вот так, вот так. Вот так. Замечательно. Все. Вали все. Давай. Так, это что-то у меня неизвестно. Итак, у меня колебания будут проходить, как я понимаю, без моего участия. Не туда. Понятненько. Сломанный медпункт. Куда здесь жать-то? А, вот. Вот куда надо жать. Вот куда надо жать, куда надо идти. Куда надо стремиться. Чё это у меня вот? Вот так. Огонь. Чтоб я хоть знал, что у меня. Вот так. Блин. Так, закрыть, подождите, взлом. Вот это надо взломать, чтобы я мог дешевле покупать. Так, начать. Ой-ой-ой. Подожди. Вот так. Да, заново, подожди, заново. Начать. Так. Да вообще нет, подожди. Все, не надо, я не хочу ничего взламывать. Бронебойный, револьверный, так, патроны, так, картечь, пленка, напалм, только аптечка мне не... Ну давай, вот, вот бронебойный возьмем. Ну и ладно, револьверных патронов, ладно. Теперь будем тратить револьверные патроны тогда. Вы знаете, что женщины предпочитают... А куда ты меня ведешь? Ой-ой-ой. Куда ты меня ведешь? Спокойно. Давайте сходим, у нас там все-таки револьверные патроны были на халяву. Не пропадать же им. Давай, где ты? Так, а где этот магазинчик? А где магазинчик? Ну вот вроде я на него смотрю, а вот он. Подожди, бронебойный что ли взял еще? Ну ладно.
Ну ничего страшного. Ничего страшного. Мне пока хватает. Для того, чтобы выжить, мне пока хватает. Угу! А вы пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно же, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Внимание! С четверга вводится новый комендантский час. Нарушители будут выдворены на площади колонны. Это что за удар у меня? Ловушка. Или что? Я себе такое не прокачивал. Давай. И опа. Нормально так. Так, Рози, исследовательский бонус. То есть, если я тебя завалю... Не понимаю, что тебе надо. Кто ты? Стоять. Ух, чуть не попал. А, это мое. Это мое, это все мое. Ё-моё. Блин. Чего мне тогда надо взять, я не знаю. Игра сохранена, ну ладно. Давай, а куда мне тогда? Мне куда-то назад надо отъехать, что ли, чтобы что-то взять где-то, непонятно, чего-то. Зачем? Так, ее сохранить, пожалуйста, не выключайте компьютер. Ага. Вот. Ладно. Нестабильно. Ну что ж, на этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно же, увидимся в следующем видео. Пока!